Клянусь богом, вот славная встреча! Выпей с нами! Привет! О, Кенуэй! А это кто? Адевали, квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Друзья, всем снова привет, с вами Итан. И я думаю, как многие догадались, мы прибыли в Нассау. Сделал я это за кадром, чтобы, скажем так, не терять лишнего драгоценного времени. И давайте опять же двигаться по сюжету в основной части. Значит, нам нужно собрать команду, да, сколотить экипаж, починить судно, продать провизию. Ну, в общем, дело у нас по горло. Так, ну что, точки, где держат пиратов, они у нас на мини-карте. Но прежде я, пожалуй, хочу здесь пошвырнуться, может быть, купить оружие. Может быть, их вот ребят нанять как-нибудь. И вообще не мешало бы нам еще и синхронизироваться. В общем, такие вот задачи выполнять, скажем так, обыденные. Так, давайте вернемся к карте. Ну, конечно, без синхронизации, видите, я, собственно говоря, ничего не найду. Единственное, вот есть у нас лавка смешанных товаров. Ну, окей, давайте до нее добежим, там посмотрим, я думаю, и продадим. Так, а здесь что у нас такое? Честно говоря, не знаю. Ну, глянем, узнаем. А почему он такой торгует? Я же тоже капитан, хоть и юный, молодой. Странно. Но я думаю, после этой миссии нам будут доступны все апгрейды. Там, по всей видимости, корабль все-таки прокачивается. У меня такое подозрение на этот счет. Отлично. Добежали мы до места. Ну что, а здесь прыгать нельзя. Блин, никакого паркура. Ой. Ну, давайте посмотрим. Значит, продажа грузов. Так. Сахар продали. Ром сейчас тоже продадим. С этим у нас все, ну, мало, если честно. Кости. Так, а я вообще все продал или нет? По-моему, все. Охотничьи трофеи нам не нужны. Так, боеприпасы сейчас посмотрим. Пули заполнены, дымовые бомбы заполним. Ну, как жаль, на самом деле. Мы, конечно, можем купить... Значит, нам нужно вообще какие-нибудь крутые... Да, офицерские рапиры нам буквально немножко не хватает, поэтому я пока что покупать ничего не буду. По пистолетам у нас все, и ладно, пошли, так уж быть. Да, и, кстати, нужно также выполнить дополнительную задачу. Так, давайте посмотрим, куда мы доберемся быстрее для синхронизации. Так, ну, даже не знаю. Я думаю, блин, даже не знаю, куда пойти. Тут контракт на убийство, здесь еще что-то. Пойдемте, наверное, сюда. Там уже будет видно, и как раз мы откроем ту область, которая будет рядом. Так, а здесь кто? Тоже. Только он разговаривает с капитанами. Да. Так, туда мы можем. Да, вот нам нужно именно то местечко. Не знаю, постараюсь, конечно, сделать все красиво. Всегда мне нравится, когда все четко проходит.
И по картинке тоже здорово, но мне не получается, потому что я очень неловкий по жизни. Так, куда можем забраться? Блин, а здесь не заберешься, только сундук. И никто тебе не придет. Нет, дверь не меня закроет. Ладно, пойдемте, давайте посмотрим, где вы нам... Есть ли возможность здесь забраться? Ну, честно говоря, мне удачу неохота испытывать. Поэтому поплывем к берегу. Так, времени у нас полно. Пока что еще. И хотелось бы, конечно, продуктивно серию провести. Нам придется нам так бежать. Это так стал, как будто, блин, призрака увидел. Так, Шанти. Блин. Ну, ты мое. Ай, ушло. Ушло с Шанти от нас. Он где-то здесь парит. А там на самом деле получается форт, да? По всей видимости. Так, Эдвард, прекрати данные вещи вытворять. И точка синхронизации здесь также у нас присутствует. Блин, как же нам туда забраться? Есть вот какая-то ветка. Да, пожалуй, это будет хороший вариант. Внимание, запретная зона. Внизу ничего нет. Ни сундуков. Ни еще чего-либо. Так, где мы можем забраться? По всей видимости, пока что нигде. Так, ну хорошо, хоть нам здесь не надо прям скрытно-прискрытно действовать. Мы и так, я думаю, справимся. Но если что, проблемы будем решать при помощи кулаков. Так, очень высоко, на самом деле. Так, а теперь-то куда? Куда же нам залезть? Ну, по всей видимости, сюда. Так. Скамми, скам! Так, он подойдет? Блин! Ладно, ну блин, ну чё ж так сразу-то? Пипец. Я даже не знаю. Все нам на смарку, все исследования. Жесть какая-то. Ладно, давайте тогда пойдем на другую точку. Черт, ну я просто, конечно, ну думал, может быть, в воду упадем, но... Это какая-то жесть. Так, здесь у нас что? Запретная зона. Ну, наверное, самый лучший вариант. Да. Четыре человека, хотя двоих мы освободили. Вот под нашим индикатором известности у нас сила команды также обозначается. И как полностью шкалу мы заполним, в принципе, на этом... Наше задание закончилось. Так. Ну, есть здесь еще один особнячок. Давайте туда доберемся. И мне нужна, конечно, какая-то ситуация, чтобы я мог обезоружить вот этих вот солдат английских. Да? Как это сделать, я как бы не совсем понимаю, если честно. Так, здесь набраться только... Так. Оу, е. Двое там. Ну, здесь у нас точка синхронизации. Да, вот она. Давайте хоть что-то сделаем полезное. Потом можно, в принципе, спрыгнуть-то их и убить. Вот. Такой мой коварный план. Так, там кто-нибудь есть? Давайте орлиное зрение активируем. Да вроде никого нет. Прыжок веры нам не нужен. Сейчас двоих как. Так, давайте техника, не забываем. Двух пальцев.
Так, контратакуем его. Знаете, что надо сделать? Я так подозреваю, взять, значит, это. Сейчас набьем ему лицо. Убьем, когда он будет без этого. Ну, если это возможно, конечно. Стараемся сейчас лишить их. Блин, как-то это нелепо у него получается. Все, подожди, стоп. Оп, да, да, убиваем. Убиваем его, он без оружия. Так. Вроде бы один готов. Этот что, тоже у нас? Блин, только одного убили. Ладно, ладно, у нас есть здесь сундук. Давайте его тоже ограбим. Непременно. Рукопись и что еще? Пока что ничего. Так, ну надо кулаками работать. Ребят, главное сейчас найти нам какого-нибудь одинокого солдатика. А сейчас мы их можем спрыгнуть и так грохнуть? Я вот чуть не совсем, скажем так, понимаю. Сейчас повиснем. Вот смотрите, нокаутировать. Этого будем бить вот так вот. Жестко будем бить. Да-да-да. Все. Двоих без оружия убили. Так, и... Давайте глянем, засчитали, не засчитали, потому что... Может быть, мне шпагой нужно было их убить? Нет, ни хрена не засчитали. Окей, ладно. Бросаем оружие. Нам здесь ловить нечего. Так, у нас есть еще одна точка синхронизации. Это определенно она. Давайте до нее тоже доберемся. Тем более, я думаю, это будет не так сложно. Вот, ну... Так, прыгай. Хм. Как же если надо... А, все. Стоп, 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 стоп. Мы пропустили сундук. О, все-таки надо убивать не ногой. Блин, ну... Они считают, что мои были. То есть здесь никаких бы проблем не было. Не знаю, почему. Просто надо было достать шпаги. Я думал, так сработает, если честно. Ну, как видите, не оказалось. Ладно, сейчас синхронизируемся и... Прыжок веры у нас будет. Да, вот создание вообще удобно. То есть нокаутируешь одного другого. Может, там появятся еще раз они. Так. Это не то. Все, вспомнил, как я делал прыжок веры. Ой, здесь не солдат. Я знаю, как я сейчас сделаю. Сюда идут. Нам нужно к углу подойти. Угол. Блин, там один. Так, поднимемся тогда уж. Так, пока что меня никто не видит. Там один. Как? Готово? Ни хрена. Так, иди сюда. Сейчас мы его... Ладно, надо его все-таки нокаутировать. Блин! Какая тревога? Ты о чем? Теперь пойдет, не пойдет. Не знаю, все у нас как-то проблемы с этими дополнительными вещами. Да, также не сработало. Блин, даже не знаю, что делать. Там двое, да? Стоит ли с ними связываться? Тут двое. Ну давайте. Ну и что, чувак? Ну и что, ну ты на меня смотришь?
Просто, конечно... Блин, какая-то камера неудачная. Надо же бой вам показать-то. Хорошо, хоть у меня здоровье есть. 25% побольше. Блин, боюсь, меня сейчас херачат тут. Кровище уже прям на песке. Блин, ну давай, ладно. Сейчас попляшем с тобой. Это... Блин, это вот тоже убил. Оу, е. Так, этот будет мой определенно. Ну, елки-палки, ни хрена не действует. Что же это такое-то? Так, там получилось, здесь нет. Ладно, это трудности такие. Не будем сейчас мы тогда пытаться это сделать. Мы сейчас пойдем все-таки спасать наших ребят. Набирать команду, потому что так я чувствую застряну на очень-очень долго. Так, там у нас кто? Сторожевой, да, на вышке? Надо от них подальше держаться. Команда у нас совсем-совсем в другом месте. Да, чувствуется британский акцент, английский. Да, ну, британский будет, мне, наверное, кажется, правильнее более. Так. Так, куда нам поближе пойти? Сейчас поставим... О, мы совсем близки. 45 метров. А, ну здесь мы тоже подеремся. Чего нам терять-то время? Ты, тварь, только мой хладный труп с собой заберешь. Все, наши ребята. Грация, благодарю. Теперь я ваш капитан. Не, ну, я, честно говоря, не понимаю, как это в месте, где... Пираты, как бы главные, как сюда добрались англичане, и самое главное, они спокойно на это смотрят, то есть мне это не совсем понятно. Эти даже народ против. Вообще просто. Че, я его убил? Этот готов встать? Готов принять смерть? Блин, чувствую, нет. Ладно, идем дальше. Вообще не получается. Бить мне их без... Так. Два стражника. Там и там. Давайте поищем путь побезопасней. Прям лицом к лицу мы не пойдем. Там, ну, кстати, еще на берегу. Да, кто-то есть. Давайте тоже ими займ... А, это танцовщица. Так, танцовщицы нам не нужны. Хотя можно было при помощи их тоже проникнуть. Но они нам все-таки не так нужны. Запретная зона. Есть ли здесь какие-то кусты? Так. Где наши пираты прячутся? Иди сюда. А, вон они стоят. Вот это было весело. Ух ты, это ни хрена не весело. Так, берем пистолет. Не можем мы их пока что спасти. Блин. Сейчас нас запалят, нет? Не, спасли. На 8 человек. О-ля-ля. Так, там-то кто у нас стоит? А, там флаг. То есть мы можем, в принципе,
Не флаг, это вообще у нас. Блин. Жесть какая. Так. Отдыхаем. А, у нас сейчас же два пистолета. Ладно, давайте займемся стражниками. Что еще делать с ними, блин? Ух. Так, друзья, валим. Неохота мне здесь остаться навсегда. Так. Блин, давайте сейчас побьемся с ними. Блин, ну как обезоружить? Не совсем понимаю, вот честно. Так и знал, что это будет для нас проблемой. Самый, наверное, большой. Так, давайте теми займемся. Так, тоже этих убили. Идем дальше. Блин. Так, здесь у нас что? Шанти, да? Надо с той точки прыгать. Не шанти, а дополнительные знания. А, пойдемте еще искать. Опять постараюсь я завязать все-таки бой на кулаках. И там уже будет видно. Ну, видите, я их нокаутировал. И ни хрена. Тут их целая толпа. Тоже ввязываться, знаете ли, себе дороже будет. Давай-давай-давай, прыгай. Ах ты, черт. Опа, вот они, красавцы. А, все, вот понял, разоружить как. Пробить защиту. Стоп, друзья, сейчас не помню, по-моему, на пробить защиту есть. Б-контратака. Вот, смотрите. Должно быть где-то здесь забрать оружие. Оно было. Да, по-моему, контратаку нажимаешь. Блин, как же это сделать? О, все, оружие у меня. Давайте. Отлично. Готов. Готово. Еще один, все. И, в принципе, можем последних рабов освобождать. И у нас стопроцентная синхронизация. Так. Что с этим будем делать-то? Да сейчас, наверное, тоже драку завяжем. Как обычно мы это любим. Блин, запретная зона. Там толпа. Черт побери. Знаете, что я сделаю? Этих я буду так херачить, прям с крыши. Мы их убьем. А те, той стражей мы уже займемся всей толпой. Так что у нас есть. Мы используем скрытные клинки. Пока что не будем освобождать их. Дождемся сейчас драки стражей. Этого прям так задушим. Надо было, конечно, двоих убивать. Так, вот он. Один готов. Нож он не захватил? Блин, захватил нож. Блин, один остался у нас. А, не, все, обезоружены нам засчитали, отлично. С этим можно теперь просто так вот поиграть. Да, подрезать его под конец. Давайте освобождать команду, и у нас все. Все здорово. Добраться до виселицы — новая задача. Давайте это сделаем. Только она, по-моему, где-то там, да? Сейчас мы посмотрим.
Так, где наша виселица? Блин. Ну да, по всей видимости, это вот это. Или нет? Да, по-моему, она там. Пистолет у нас в руках. Это отлично. На руках этого пирата кровь множества невинных жертв. По приказу... Бдя-бдя. Все, поехали. Так, назад, назад, назад. Нам нужно сейчас оружие-то выхватить. Ёлки-палки. Иначе у нас будут серьезные проблемы. Блин. Так, вот наши шпаги. Блин, как загнанный этот котенок. Это он кто же? Контратака. Все. Вох, как красота. Здесь офицер, кстати. Офицер, я думаю, он будет, блин, поопасней. Так, может быть нам... Сейчас... Блин, нет, друзья. Я не хочу погибать. Такой вот этап у меня уже был. Сейчас давайте сделаем кое-что. Живой щит. Отлично, иди сюда. Промахнулся. Частенько такое бывает, особенно когда лицом к лицу. Ух ты, ты еще и контратакуешь. Отлично. И испытание Абстерго у нас тоже пройдено. Блин, не стреляйте по мне. Так. Вроде никого больше нет. Даже не знаю, зачем я это сделал. Так. Чё-то он у меня застрял. Прилип здесь. Весь кровище. Давайте. Освободим его. Еще чуть-чуть и... Отлично. Ну вот, друзья. Неплохо, неплохо все. И мы выполняем все дополнительные задачи, в принципе. Добраться до таверны. Ну что, друзья, 27 минут, как я обещал, полчаса. Эта серия у нас, наверное, самая крупная за последние. Вот буквально несколько. Трешку, скажем так. И уже в следующем эпизоде доберемся до таверны, и там будет видно, что нам делать дальше.